Уральская усадьба представляет. Сегодня у нас 1 июля 2017 года. Собираем теплицу, павильон. Ширина 3 метра, длина 6 метров. Теплица сделана из трубы внешние 20 на 40. Внутренняя 20 на 20, окрашена полимерно порошковую окраску. Теплица устанавливается на фундамент клиента. Фундамент металл. Всем канал Уральская усадьба, кто смотрит, привет. Сегодня у нас 1 июля 2017 года. Построили теплицу под названием павильон. Шириной 3 метра, длиной 6 метров. Теплица будет использоваться не по прямому назначению, а в ней будет стоять бассейн. Каркас у нас установлен на сварное основание, выполненное из швеллера. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 20 на 20. Это подпирающие арки, основная арка 20 на 40. Арки выполнены в виде фермы. Окраска полимерно-порошковым способом. По торцам расположены у нас цельные двери. Двери в открытом положении фиксируются крючками. Также поликарбонат, который использовали двух видов на этой теплице. Это 4-миллиметровый. Торцы и стены, и крыша закрыта 10-миллиметровым поликарбонатом. И тот, и другой имеют плотность 0,8. Цвет прозрачный. Также в теплице установлены диагональки укосины. Торцы по периметру у поликарбоната защищены торцевым профилем. И установлен у нас резиновый торцевой уплотнитель для большей герметизации примыкания покрытия к торцевой части. Вот он, уплотнитель. Ну вот на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, делитесь своими историями. Всем пока!